От Иваново до Кинешмы будет отремонтировано 59 километров трассы. Со стороны Кинешмы к работам уже приступили. По состоянию на 19 сентября уложено 10,5 километров нового асфальта. На отрезке между двумя крупнейшими городами Ивановской области находится 4 аварийных участка. Чтобы ездить стало безопаснее, на 7 километрах установят осевое барьерное ограждение, которое будет разделять потоки встречных направлений. Сделают 3 островка безопасности в зоне пешеходных переходов. Модернизируют круговую развязку в районе Вичуги. Кроме того, на отрезках, где чаще всего случаются ДТП, появится 6 камер фото-видеофиксации. Работы планируют завершить до конца октября текущего года. За ремонт этой дороги будет заплачено 999 миллионов рублей.